Всем привет, с вами Амирчик, и сейчас я нахожусь на Пхукете, в Таиланде. В солнечном Таиланде, но не на отдыхе. Я попал в тюрьму. Вы спросите, как я так оказался? Я прилетел, но у меня нет визы. Потому что нам сказали, что визу не нужно делать. Именно когда мы вылетали, нас посадили на рейс. Сказали, что тут будет транзитная зона. Вы спокойно улетите в Малайзию через Пхукет. Но прилетев на Пхукет, нам сказали, что вот здесь вообще нету транзитной зоны. И улететь вы не сможете. Вы сможете лететь только обратно в Москву. Но через 10 часов. Я голодный, здесь ужасно холодно, грустно. Следующие 8 часов мне еще проводить здесь одному. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, со мной уже все в порядке. Я просто болею температурой, и мне ужасно грустно. Я все кофту застегнул, одел шапку, одел ночные штаны и одел еще 3 футболки по низ. Короче, все одежду, которую можно было на себя нацепить, я достал. Мишка охранник. Держу в курсе. Зашел сотрудник, который сказал, что заберет меня через 2 часа на рейс обратно. Угадайте, где я? Ты примут меня сейчас снова или нет? Я снова в Малайзии. Идем на фан-встречу. Контракт на $1 миллион подписывают. Малазийскую музыкальную студию.